глаза сказал: «А пойдемте к Элис». А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Не пьет, не пьет. А мы с такой компанией возьмем, да и припремся к Элис. Всем доброго времени суток! Сейчас вот чуть не умерла прям, ребятушки. С вами, как всегда, ваша любимая Лаванда Рэй, ваш самый альс-зависимый человек на русском ютубе. Вот. Я что ж такое-то? Прям начала записывать серию, прям уже третий раз пытаюсь начать, и, короче, ничего не получается, я постоянно начинаю кашлять. Дорогой мой, ты бежишь? Беги дальше. Так, хорошо. Мы с вами сегодня, скорее всего, будем бороться со стражем, с главным стражем Бармаглота. Что я несу? Друзья мои, извините, пожалуйста, что-то как-то жара, видимо, плохо на меня влияет. Да, что такое? Погоди. Ой, туберкулез проклятый. Шучу. О чем-то я говорила. О том, что сегодня, да, именно сегодня мы с вами это делать и будем. Будем сегодня бороться с главным стражем королевы, а именно со злым и страшным Бармаглотом. Ой, господи. Да. Это именно то место, да. Где нам будут драть бочко. Так, значит, я хочу его убить. Попробуем. Да, что ж такое-то? Алло. Ну-ка, давай еще. О, все. Блин, я же могла бы эту карту. Ладно, глупая женщина, ничего не поделаешь. F4. Хорошо. Так. Это, наверное, вниз, да? Как это же ведь? Давай вот это соберем. Прыжок. Можно было здесь собрать. Скорее всего, не вниз. Опа, так красиво. Так, сейчас погодь. Погодь, я стул себе подниму. Короче, прям неудобно. Сижу, все отсвечивает нафиг. Я сижу как темно, как в попе у негра. Сейчас, микрофон, иди сюда, ближе к моему рту. Ой, господи, убьюсь же ведь сегодня. Я ведь сегодня же убьюсь. Совсем убьюсь. Так, опа, да. Да. Как-то так я это себе представляла. Сейчас еще чуть-чуть. Оп. Если ты сейчас задаешься вопросом, что я делаю, я пытаюсь как-то микрофон поближе к себе пододвинуть. Так, теперь мне, видимо, вот сюда. Хопа! Ну да, конечно. Так, здесь будет огненная блиба, да? Опа. Ну, а теперь, видимо... Опа. Да, вообще молодец. Тихо. Лава. Ладно. Не будем задаваться вопросом, какого черта там происходит. Ой, рыба. Ой, не рыба. Ой, совсем не рыба. Замерз. Да что ж такое сегодня с моим горлом? Тихо! Нормально. Что ж сегодня с моим горлом происходит? Так, а там рыба, я уже вижу ее. Я уже вижу, как она дымит. Эх, ну ладно. А что поделать? Ладно. Да твою ж мать! F1! Паника, она вообще, в принципе, такая паника. О!
где звук? Блин, да ты... Тупая рыба. Господи. Что мне с ней сделать? Что мне с ней сделать? Я ее убила. Вот этой вот хренью. Так. Опа. Нормально. Вот без паники все хорошо пошло. Без паники все пошло замечательно. Без паники оно вообще всегда все замечательно идет. Кто же спорит-то? Кто же спорит-то, что без паники все плохо идет? Нет. Это я чутка прям паникнула прям чутка. Да иди ты, коров, ты неуклюжая. Господи. Алиса, давай ты... Алиса! Пожалуйста. Что ты делаешь, женщина? Чух! Начинается. О. Нормально. С края надо пройти. F4. Ибо я отказываюсь это снова повторять. Так, и... Здравствуй. Это тот, который молниями плюется, кидается. Ой, 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 здрасте, здрасте. Здрасте. Ой, ой. Однако, здравствуйте. Алло! Что? А. Я глупая. А меня вообще все... Что? Что? Что происходит? Погодьте, мне это не нравится. Да. Только перезапуск и помог, в принципе. Не знаю, что это было, но это мне не понравилось. Пришлось перезапускать игру. Так, значит, вот так. Так, ну, F4, и пойдемте мочить промоглота. You've kept me waiting, Alice. Have you never heard that punctuality is a virtue? You and my dentist's assistant have much in common. You habitually late, between your demoted daydreaming and your criminal vanity, the hours to fly by. There's barely time for anything else. That the best you can do? Pearl's second-rate insults, they don't даже hurt. Ругаться, и то не умеешь. Your family was expecting to come to your birthday. Perhaps they thought you возможно, might warn them of the danger of being close to the source, as you were. But they waited in vain, and died for that reason. И погибли из-за тебя. Мы все спали. Ты неблагодарная и бессердечная эгоистка. Ты почуяла запах дыма, но ты была в стране чудес. Пила чай со своими друзьями. Разве нельзя было оторваться? Из твоей комнаты было легко выбраться. А родители наверху корчились в адских муках, боли и ужаса. Вот это сейчас красиво было. F4. Ой. Подгорело у меня. Очень сильно подгорело у меня. Ой. А у меня тоже есть, смотри.
лошадь кормать так делать. Не надо было так делать. Ой, какая штука. Алло! Нам, собственно, надо здесь просто выстоять. Господи, а что ж так проседает-то? Что ж так, господи, 18 FPS, господи, за что мне это? За что мне это? Ой. Это я зря, наверное, сохранился, да? Ой, это я зря, конечно. Ой. Да хватит же тебе. Опа, прыжки. Прыжки, царские прыжки. Ну, чувствую, мы бегать будем тут долго. Заметный кристаллик. Ой, как некрасиво-то было. Да хватит же вы. О! Блин, серьезно? Вы серьезно? Игра, что с тобой сегодня происходит? Что с тобой происходит, игра? Что с тобой вообще произошло? Что произошло с тобой? Скажи, пожалуйста. You've kept me waiting, я хочу Enter. Heard that punctuality is a virtue. Алиса, что происходит с этой игрой сегодня? Вот просто коротко, я сейчас вообще не жала, короче, на мышку, но она, видимо, решила, что я жала. Видимо, игра решила, что я все-таки нажимаю на мышку. Видимо, да. О, кристаллик. 4. Ой, пожалуйста, он сзади, да? Будь пожалуйста. Большой и злой Бармаглот. Давай. Большой и злой Бармаглот. Он на дереве живет. Ой, это из другой сказки. Бармаглот же ведь не живет на дереве, да? Конечно. Сейчас было. Что за царский пендаль? Почему я полетела на нем? Опа! Да иди ж ты в сраку ж, господи Иисусе! Просто сгори! Ты смотри, как он сталкивает меня. Он сталкивает меня. О, да. Сдохни, тварь такая, сдохни! Отвали, сгори, дуб! Ой, огонь! Ой! Вот не умерла, это и то надо. Скорее, Алиса, Бармаглот уже собран, войска ждут, все готово. Бармаглота я беру на себя, ты наша защитница. Веди нас к победе, на замок Червоной Королевы. Ой, он улетел. Ну, он, собственно, обещал вернуться на F4. Я отказываюсь тебе повторить еще раз. Господи, что сегодня с игрой творится? Что творится сегодня с игрой Платок Гусеницы? Скажи мне, пожалуйста, ответь мне на этот вопрос. Что творится с тобой? 5-7. Я снова здесь. Но ты, в принципе, не замечал, наверное, моего отхода. Хотя я сказала, что я отойду. В общем, я здесь. Радуйся. Так, о! Шалтай-болтай, который сидел на стене. Который свалился во сне. Вот он на этой стене как раз-таки и сидит. И сидел. Ой, там он. Там она. Конечно, она там еще. Так. Зачем мне это?
Ой, здравствуй. Вы куда, ребята? Это очень даже весело. Да блин, нос. Хватит вот это вот делать, пожалуйста. Так, шалтай, болтай. Болтай, шалтай. Ну иди сюда, орущая скотина. А, не орущая, это мороженое. Не орущая тоже. Так. Мой нос, короче, он короче, такой нос вообще. Вот все ноют, да, что типа вот я в начале лета, я заболел, очень много таких. A blunderbuss in the hands of a blockhead is a catastrophe waiting to happen. Not a thunderhead, but exercise great care. В общем-то, нос мой постоянно заставляет меня чувствовать себя болезненно, потому что мой нос, он вообще живет по своим каким-то законам. Он хочет, дышит, хочет, не дышит. Я все 365 дней в году, можно сказать, что болею. Вот, это не очень прикольно, и это очень много, если ты вдруг не в курсе. Ладно. Ты можешь заметить, что очень отличается у меня сейчас показатели силы воображения, да, или, как так сказать, метаэссенции, манны, обзывай это как хочешь, мне все равно, от того, что было пару секунд назад, просто потому что фрагмент от получения мушкетона до ворот в лабиринт королевы я переписываю сейчас второй раз, потому что я криворучка, я его не записала, и мне придется сейчас его еще раз переписывать. В общем-то, ладно. Я предлагаю сейчас взять в руки себя, во-первых. Во-вторых, сходить, значит, подлатать силу воображения. Сила воображения, он красная, да? Кот же вначале говорил, что, типа, существа питают свою энергию силой воображения или что-то такое, да? Вот, поэтому сила воображения красная. А что синее, я не помню. Пожалуйста, если вы в курсе, напишите, как называется синяя байда, что у нас тут справа. Я предлагаю просто на пофиг бежать. Ой, подожди, не настолько на пофиг. Предлагаю чутка подлатать. Опа! Просто... Опа! Не садимся на пики. Да блин! Да в жопу иди! Я не успею. Я сейчас не успею. Только Бармаглотов Жезл может открыть эти ворота. Ну что ж, давайте попробуем, если нас не убьют, конечно. Убили. Убили. Убили негра. Ладно, еще раз. Я предлагаю не забирать мушкетон. Вот ей-богу, потому что я не буду им пользоваться, вот если честно. Я что-то не помню, чтобы мы как-то потом с ним контактировали. Ладно. Давайте, Бармаглотов Жезл. Жезл, говорю. Во. И просто пойдем. А давайте попробуем разобраться с помощью Бармаглотова Жезла. Почему нет? А почему, собственно, и нет? А почему бы и нет? И нет. Ну, не пойду я за мушкетоном, ребят. Ну, не это. 158 раз ходить за ним. Ой, не очень хочется. Ой, как долго же он. Так, давайте сохранимся и пойдем дальше. Блин, а чё я и могла и мушкетон забрать? Ой, ладно, все, пошли за мушкетоном, тоже вы мне сейчас с потрохами съедите, чтобы мушкетон не забрала. Вот, не забрала мушкетон, оставила его там. Давай, проходи все честно, все правильно.
чтоб все собрала. Да, едишка, посадишка. Так, это огненная крокозябра за мной не пошла. Хорошо. Хорошо, что не пошла за мной. Правильно сделала. Так. Забрали мушкетон и идем дальше. Ага, вот эта крокозябра здесь. Да! A blunderbuss in the hands of a blockhead is a catastrophe waiting to happen. Not a thunderhead, but exercise great care. Зачем? Так, нормально. F4. Не совсем нормально. Ну-ка, давай вот это еще. Опа, деревня, хорошо будет. Хорошо! Поехала. Все, поняла. Все, я поняла. И я все увидела. Я поняла, как в той песне пелось. Опа. Так. Красиво. Очень уж красиво. F4. Ну-ка, давай возьмем шестюню. Нет, все-таки... Нет, шестюню. Блин, да нет. Да нет. Ладно. Пробуем. Вот этот меня заметил, поэтому берем шестюню. И они, в принципе, его убьют. Да. F4. Они, в принципе, его, конечно же, убьют. Конечно же. Так. Пойдем подлатаем. Подлатаем. F4. Так, их там, по-моему, еще двое. Нет, один. Так, и... Вот этот еще. Так, он даст небольшое сердце. Он даст небольшое сердце. И вот эти тоже соберем. Мелочь. Эти. Все. Хорошо. Теперь идем. Смотрим еще раз эту сцену. Только Бармаглотов Жезл может открыть эти ворота. Как, кстати, то, что он у нас есть. Вот интересно. А, как королева эти ворота открывает? Ну, типа, у нее есть глаз, у нее есть Бармаглот. Типа, и Бармаглот открывает, наверное. Так, ладно. Собственно, посмотрели, да? Если я сейчас войду, пройдет еще раз сохранение, поэтому заходите пока не буду. Дальше, пожалуйста, наслаждайтесь прохождением уже тем, что я для вас записала. Я, короче, дико извиняюсь, у меня что-то вылетел этот бандикап. Поэтому, если я вдруг очень много не снимала, то, короче, мы открыли ворота, и все хорошо. Мы с вами в лабиринте Червоной Королевы. Ну-ка, дайте мою морозилку, и пойдемте с вами потихонечку. А тут... А нет, показалось. Вот, лабиринт, я, кстати, очень сильно не...
Господи! Господи! Ну-ка, что мы там? Картишки мне дайте тогда. F4. Назад мы не пройдем. Здесь тоже будет двое из ларца, да? Нет, здесь один. Нет, здесь два. Ой, мамочки. Ну-ка, давайте их по одному сюда выгонять. Конечно, они все втроем сюда прутся. Ой, это что такое? Так, опа, опа. Да отстань от меня, красный. Нет, да. Пошли на пофиг. Просто. Ой, я знаю, сейчас. Семерочка. А ну-ка, ловите фирму. Во-во-во. Давайте-ка лучше с ним. А, ты сюда идешь. Да иди, бога ради. Да иди ж ты в жопу! Сука! Бич! Просто бич! Меня это уже дико бесит. Меня бесит этот лабиринт. Я его дико angry. На! Пускай они там веселятся. В принципе. А это сюда идет, да? Не, только не вот этот, пожалуйста. Вот этого сюда не надо. Че, он там всех убил? Да. F4. Слава тебе, яйца. Нет, не все. Демон из преисподней. Что за подстава? Что за подстава, скажите мне, пожалуйста. Что за подстава? Демон из преисподней, пожалуйста. Почему ты ушел? Да иди ж ты в пердачину! Отвали от меня! Ух! Да ну конечно, конечно! Конечно, я же знаю, где сохраняться! Я же мастер, мать твою! Фломастер! Ну-ка, давайте быстренько. Опа! Ну куда вас так много? Куда? Скажи мне! Ты, Алиса, застревать в лабиринте это не то, что тебе сейчас нужно, поверь мне, девочка моя. Господи, неужели? F4, я отказываюсь такое повторять еще раз. Ушиби отсюда, вы меня уже вывесили, господи. Просто сгорите в аду все, господи. Дай куда ты, долбанная куста ящерица, пожалуйста, умри. Да твою же мать, ну куда ж вас так много-то? В жопу иди. Я сказал, иди в жопу. Просто в жопу.
4. Бесите. Дико бесите. И куда мне теперь, вашу мамашу? Сюда пойдем. Давайте еще кого-нибудь мне скиньте сверху. Да, вот вы, конечно. Да, конечно, втроем. Почему нет? Почему нет? Мне же так легко играть. Почему нет? Почему не за кем нет? Троих сразу. Давайте просто на похрен. Просто побежим. Просто ран, вашу мать. Так, дайте угадаю. Лять. Что? Это ж каким яким таким? Это ж как так-то? Как я мимо них прошла? Ну, знаете ли. У меня слов нет. Одни маты. А в голове одни маты. И одни физкультурные. Ну, давайте, что еще раз? Ой, ой, вообще. А пойдемте сюда. А пойдемте сюда. Конечно. Просто на пофиг. Просто бежим. Просто бежим. Все равно куда. Мы когда-нибудь куда-нибудь все равно прибежим. Мы все равно куда-нибудь прибежим, дорогие мои. Все равно. Конечно, это пол, это то, что мне сейчас нужно. Я, правда, не знаю зачем, но, пожалуйста. О, господи. Что вообще происходит? Куда бежим? Что делаем? Если вы мне сейчас спросите, куда мы бежим, то скажу, что я просто, мать уж, не знаю. Я сохранилась. Зачем я сохранилась? Да идите же вы в сраку, пожалуйста, дорогие мои. Я сейчас приду туда же. Да. Да, вашу мать. Мне же так этого не хватает. Круги. Я обожаю ходить кругами. Господи, лабиринт, пожалуйста, за что ты так со мной? За что ты это делаешь со мной? За что, лабиринт, скажи мне, пожалуйста, за что? Что я сделала не так? В жопу тебя, карта. Идите просто нахрен. Ну давай, где ты? Так, и еще один. Хорошо. Хорошо. F4. Я отказываюсь это еще. Так, мне не сюда. Это мы уже поняли. Так. F4. Я вот ей-богу не знаю, куда мне. Пойдем сюда. Тык-тык-тык-тык-тык. Господи, все коридоры одинаковые. Что мне здесь делать? Что ты делаешь, игра? Это начало! Господи, как долго я буду ходить кругами? Скажите мне, пожалуйста. Так. Значит, вот сюда. Наверное. Это не точно. Да. А можно посмотрю отсюда, как он идет? Умер, хорошо. F4. Смотри-ка, не умер. А нет, ты еще один. Вот это по мне. F4. Блин, я не вижу, умер он или нет. Я не все так идеально продумал. О! Откуда вы беретесь? Там еще один.
Я видела там еще одного. Да, вот он бегает по воздуху, ничего нового. Впрочем, ничего нового. Во-в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 о. Хорошо. Хорошо, F4. Погнали дальше. Так, подожди, а вот здесь что? А что вот здесь? Ничего? Здесь есть спуск вниз. А? Так, умерла. Хорошо. Еще крокозябра. Это крокозябра, пожалуй. Это нарушение правил. Ты в курсе? Ты вообще в курсе, что это незакон? Должен был умереть. А не строить из себя неизвестно чего. F4. Так поступали все. Почему ты не умер? Еще решил, значит, пожить мне тут, понимаешь ли? Хотя, мне кажется, я могу ее и это. Конечно. Кто мне не дает убить в этот фиг? F4. Я буду очень часто сохраняться. Ой, мамочки. Один готов. F4. И здесь было двое. Второй готов. F4. Так, и я... Третий? Что? F4? О, нет, да не пойду. Так, портал. А, это выходной портал. А входной где-то там будет. Так. 4. Ну, давайте. Ой, мамочки. Так, готов. Алло, алло. Звезды, вы мои звезды, пожалуйста. Все, готов. Да откуда же вы беретесь? Из какого адского анала? Скажите мне, пожалуйста. Хорошо. F4. Я отказываюсь такое снова повторять. Я еще раз повторюсь. Этот лабиринт, походу, бесконечный. Так. Ну, мы-то знаем, что он не бесконечный. Мне кажется, вас... слишком много, друзья мои. Слышь? Да твою мать! Это что сейчас было? Так, теперь это. Так, он умер. Хорошо, F4. Ну-ка, давайте-ка вот так. Да... Сука, рущит тварина, меня бесит просто. Извините меня за французский, просто на меня довела уже. Да почему на тебя не вли...
сдохни! Господи, так у меня горит уже! У меня просто горит! Просто горит! Ой, господи! Кто бы знал, как у меня горит просто! Какое пламя пожара просто! Давай, выйди, пожалуйста, оттуда кто-нибудь. Да твою же мать! Ты откуда взял? Да, да не... Можно и мне спокойно умереть. И, конечно, сейчас вернется, пока у меня звезд нет. Нет, мои звезды у меня. Сдохни! Блин, ох! Они, в общем, этот, извините, демон из анала хоть что-то вообще сделал? Или он сделал ровным счетом ни хрена? Да. F4, напряженно. Я напоминаю, что мы играем не на легком уровне сложности. Ой. F4. Так, быстро подбираем большое сердечко и идем к нему. Так, господи, я надеюсь, что это все. Я искренне надеюсь на то, что это все, что они здесь все умерли. Пожалуйста, скажите мне, что это так. Как бесит то, что происходит здесь вообще, в принципе. Просто потому, что здесь происходит какая-то непонятная херь. Господи. Пацан, ты что-то пугаешь. Так, мы, нам, собственно, вот сюда. Нам надо вот сюда. Нам надо нажать на 0. Заморозить здесь время. И спокойно себе пройти через портал. Было сохранение. Ride the thermal drop. Марина Квар, как орел в небе. Что ж, ребятки, давайте прервемся, потому что моим нервам уже нужно передохнуть, как и мне самой. Я надеюсь, что этот выпуск вам понравился, потому что он был безумно напряженный. Я, господи, я временами просто жалею о том, что я выбрала не легкий уровень сложности. Просто обилие врагов заставляет жопу полыхать. Вот. Если эта серия вам действительно понравилась, то поддерживайте ее лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны, ну, мало ли. И также в описании под видео будут ссылочки на группу ВКонтакте, на мою и на мой Инстаграм. Также можете заходить, подписываться, и всем будет хорошо. Да, а мы с тобой увидимся уже в следующих сериях, в следующих выпусках. На связи была Лаванда Рэй, и пока-пока. Добавь масло в огонь!